Большой хрустальный пеликан в этот раз пролетел мимо Челябинской области. Титул «Учитель года» достался педагогам из других регионов, учителю биологии из Тулы и преподавателю математики из Москвы. Они набрали одинаковое количество баллов. Хрустального пеликана пока одного на двоих вручили Андрею Гарифзянову и Михаилу Случу. Копию главного приза изготовят в ближайшее время. Напомним, на статуэтку претендовала и челябинка Гульнара Сабитова. Она вошла в пятерку финалистов, хотя программой «Максимум» для учителя литературы было войти в десятку лучших педагогов. Как признается сама Гульнара Сергеевна, в детстве мечтала быть космонавтом, но и в профессии учителя смогла достигнуть небывалых высот. Кстати, по правилам, следующий конкурс должен проходить на родине победителя. Но в этом году их два, и где собирать педагогическую элиту — в Москве или Туле — в Министерстве образования пока не решили.